Приветствую, коллеги! Я Андрей Петров, автор и разработчик системы «Царь-бот». Сегодня я хотел бы поговорить о заработке в интернете с помощью инновационных инструментов на платформе Telegram. Вас, конечно, интересует, действительно ли это рабочая схема и сколько на ней можно заработать. Вот небольшое подтверждение моих доходов от работы системы «Царь-бот» за последний месяц. Пару слов о том, почему именно Telegram. Прямо сейчас мы с вами входим в новую эру гегемонии высоких технологий. И вам очень повезло, потому что именно сейчас идеальное время для старта. Такого шанса второй раз, скорее всего, уже не будет. Итак, о платформе. Telegram считается одним из лучших мессенджеров и платформ для деловой и платежеспособной аудитории сразу по нескольким причинам. Во-первых, интерфейс Telegram интуитивно понятен и удобен. Во-вторых, Telegram обеспечивает высокий уровень безопасности. Это делает его популярным выбором для компаний и предпринимателей. В-третьих, Telegram имеет огромную пользовательскую базу. Уже сейчас она насчитывает более 500 миллионов активных пользователей каждый месяц. И, наконец, главное преимущество Telegram – это растущая аудитория. Пользовательская база Telegram продолжает расти, причем количество ежемесячных активных пользователей увеличивается постоянно. Это говорит о том, что у платформы большое будущее, и сейчас самое время строить свой доходный бизнес именно на этой перспективной платформе. Готовы ли пользователи Telegram платить деньги? Ответ однозначен – да. Вы, конечно, в курсе, что Telegram наиболее популярен и распространен среди русскоязычной аудитории. И это именно та аудитория, на которую рассчитан наш инструмент. Привлекательность для бизнес-пользователя означает, что немалый процент аудитории Telegram финансово стабилен и готов совершать покупки. Причем даже на весьма крупные чеки. И этим грех не воспользоваться, пока конкуренция еще на начальном уровне. В Telegram, в отличие от других сфер, еще можно занять свое место под солнцем, не вкладывая в это огромные бюджеты. Именно из этой аудитории мы будем получать доход через партнерские программы, и поможет нам в этом система «Царь-бот». В чем же фундаментальное отличие системы «Царь-бот»? Судите сами. Статью на блоге человек читает один раз, видео на YouTube он смотрит один раз. А инструментом «Царь-бот» аудитория будет пользоваться регулярно, по собственной доброй воле, возвращаясь к нему вновь и вновь. И всякий раз люди будут видеть ваши партнерские предложения, тематические и уместные, соответствующие их текущей потребности. А кроме того, вы сможете делать регулярные рассылки с партнерскими предложениями по всем, кто хоть раз запустил вашего бота. И они, люди, будут получать ваши сообщения не по старинке на e-mail, а скорее всего в папку «Спам», а прямо в телефон, планшет или лаптоп. В пакете системы «Царь-бот» вас ждет весь необходимый софт для запуска собственного инструмента заработка, плюс обучающий курс. В этом курсе я пошагово проведу вас по всем этапам создания успешного бизнес-проекта, начиная от поиска эффективных партнерских программ и заканчивая бесплатными и платными способами привлечения трафика. Система «Царь-бот» позволит вам без знаний программирования и маркетинга получить эффективный механизм постоянного дохода. Причем моя система подходит как профессионалам, так и новичкам. А для тех, кто сомневается в своих силах или не располагает свободным временем, есть возможность работать на условиях под ключ. В этом случае моя команда полностью настроит все сама и передаст вам готовый инструмент для заработка. Не затягивайте с решением. Количество копий системы строго ограничено, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию. Система «Царь-бот» может в любой момент быть снята с продаж. Принимайте решение сейчас, завтра может быть уже поздно. До встречи внутри! Всем привет! Меня зовут Юлия Леникова. Я проходила фотокурс у Ольги Калабиной и хотела бы поделиться своими впечатлениями. Начну с того, что до момента фотокурса у меня не было никаких знаний о фотографии. Свой первый зеркальный фотоаппарат я приобрела буквально за неделю до начала курса и умела пользоваться только автоматическим режимом. После прохождения курса у меня есть видение всего цикла фотосъемки, начиная от поиска идей и умением вдохновляться, продолжая композиционными приемами, работая со светом, работая с моделями в кадре и заканчивая обработкой кадра.
Что важное и самое больше мне понравилось в самом курсе, это, ну, во-первых, достаточно понятная, но при этом эффективная структура самого курса, это приятная атмосфера, и что самое важное, это, конечно, обратная связь конкретно от Ольги, потому что на конкретных съемках, на конкретных примерах я видела свои ошибки, свои нюансы и четко понимала, что мне улучшать и куда мне двигаться дальше. Это было самое важное. Собственно, деньги за свои фотосессии я начала брать буквально в самом начале курса, и за, ну, наверное, на половине, да, до половины я его уже успела окупить. Поэтому всем рекомендую, был очень крутой курс, обязательно пойду дальше учиться у Ольги. Всем спасибо, до свидания. Всем привет, меня зовут Вадим, и сейчас я хочу поделиться с вами своим отзывом о курсе Александра Белешова по созданию прибыльных сайтов на WordPress. Что я хочу сказать в первую очередь? В первую очередь, спасибо Александру за такой замечательный, понятный, удобный курс. В общем-то, может быть, кто-то скажет, да, я могу сам найти всю эту информацию в интернете, я ознакомился с программой курса, вот сейчас я сяду, буду смотреть ролики на YouTube и, в принципе, все это изучу. Ну, знаете, что я хочу вам сказать? Да, потратьте силы, потратьте время. Ну, сколько у вас на это уйдет, я не знаю. Неделя, две, месяц, год. Неважно. У Александра же за практически гроши на самом деле все это собрано, упаковано и подано вам в такой замечательной коробке. И все это в купе с его персональной техподдержкой. То есть Александр всегда идет на контакт, никогда не бросит, если что-то непонятно. В общем-то, на этом, наверное, все. Пробуйте, создавайте. У вас все получится. По крайней мере, у меня получилось. Потому что не прошло и пары месяцев, как я уже сделал два собственных сайта и начинаю их развивать. Спасибо.